Так, ребят, ну а перед просмотром моего данного летсплея я хотел бы вам порекомендовать подписаться на группу «Стиль дизайна. Все для фотошопа». Ребят, действительно, группа посвящена полностью фотошопу. В ней вы сможете найти разные шрифты, фоны, музыку без авторских прав, арты, интро, все, что вам нужно, ребят. Подписываемся на ихнюю группу, ссылочка есть в описании. Ну, я желаю вам приятного просмотра моего летсплея. Ну что, всем привет, дорогие друзья, зрители, гости, подписчики Серегиного канала. Короче, ребят, сегодня снова для вас запишу летсплейчик по игре Танки Онлайн. И сегодня, ребят, я буду играть уже на Васпа рельсе. Чуть меня в последнее время потянуло так на Хэре Варе, так что в прошлый раз была Хорнта рельса. В этот раз будет Васпа рельса. Так, уже спрашиваю для тебя или для Берика, уже поняли, что я записываю для своего, для Серегиного канала. Так, давайте пишем го. Го. Так, все, ребят, прощаюсь за свой... хрип, или как, ну, правильно там говорится, в горле. И да, ребят, сегодня буду играть не один, а со своим друганом, пацаном Тёмычем. Поздоровайся, братан. Всем привет. Так, Тёмыча там у нас просто шикарно слышно, я с этим уверен. Так, Тёмыч, с драйвами разберусь я сам. Чё они, блин, все лагают? Меня-то поистине сильно кумарит. Что там лагали, что тут лагают. Это действительно сильно меня напрягает. Вот ты... надо услышать. Мы тебя слили? Да ну, там... не, он не достал. Ну, блин, вот это же то, что не, он, этот пацан лагает драйв, меня это действительно сильно напрягает. Эти лагеры в последнее время, блин, не могут купить нормальный интернет или там провести, или чё? Ой! Ой! Ну я вот кто ему сказал, что он доставит флаг? Все, ты, короче, вернешь, я пошел ставить, да? Да, давай, я жду, короче, скажешь, что... ну, в принципе, делай возврат. 3, 2, 1, не успел. Все, красавчик, успел. Все, ребят, 1-0 на планы на эту битву, нас затащить ее. И, возможно, нас выпадет золотой ящичек. В принципе, ребят, насчет Сереги я инфы таки не знаю. Сказал он, что точно не знает, сколько он будет без компа. Ребят, как только он там расскажет вам, что этот, или же скажет мне записать видос на эту тему, то, ребят, вы сразу же узнаете. Пока без его согласия, т.д. и т.п. я вам, ну, не буду ничего рассказывать, так что можете даже и не просить. Так что как-то вот так. Так, Тём, нас тут зажимают немножко. Сейчас мы этого пацка сольем. Все, давай, я сейчас попробую вернуть флаг. Правда, я на 0 хп, но я еще жив. Так, ты там, ты держишься, да, красавчик? Ну все, я, короче, сделал возврат и не дал пацану рельсу, я так понял. Все, ребят, беру флажочек и сейчас дальше мы с ним уезживаем. Так, круто, оп. Все, ваншот. А, нет, ты ему давал, ты с ним боролся, с тем пацаном. Так, а где... Стоп, круто тут. Нормально. Тём, давай, я тебя жду. Ой, тут еще респ этого драйва, слышь, Тёмка? Я сейчас, конечно, попробую. Ай, не, я не смог круто сбить. Все, он, в принципе, на одну рельсу, так что давай вот там уже на джибоньке. Так, я флаг верну, ты там пробуй уже возвращать и контролить сам флаг, окей? Да, ты... не доставить? Не-не-не, не доставит, не доставит, я не дам. Все, ты главное сейчас верни. Он на одну или на две? Все, шик. Давай, сейчас попробую поставить флаг, но я, правда, на одну рельсу. Так, все, Тёма. Делай возврат, все, шик. В смысле? Ребят, ну это уже лаги твоти. То, что ты залагала только что? Ну вот, ребят, это у нас что-то, да, сервак у нас перезагружен, мы сейчас играем на первом сервере, как вы можете наблюдать. И, конечно же, возможны такие лаги. Так, ты с круто разберешься или нет? Ой, ёпт. Я вообще поистине сильно прок... Он на тебя тоже только что в минус упал? Вообще, да-да-да, вообще лаги. Вот, ребят, вот это, ребят, привыкать. Вот это лаги танков. Я, конечно, не хочу никого в этом обвинять. Может, только что много здесь игроков сейчас играет. И, конечно же, сервер немножко подлагивает. Ну, ой, как я прокосил. Так, Тём, я сейчас не верну, слышишь? Хотя, тебя вернут? Фух. Просто что у них релька М2, это многое еще зарешало. Так, ладно, я пошел на левую сторону. Давай ты мне сейчас забери флажочек, бо я тут не смогу с ним уёзнуть. Так, на. Да, ой, смотри, как они вдвоем выехали. Они по тебе промазали, да, так надеюсь? Нет, они пропали, я надо. Ай, стих. Да все нормально, ты не бойся. Хотя, не бойся. Дай ему плюху, быстрее! Ой, о, теперь надо бояться, теперь просто то где-то и прячься. Прячься. А, ну все, правильно, уёзывай. Так, ты уйдешь, да?
класс, ой ты, вот это вообще. Ох, какой же этот чувак, только лаганый, ребят. Ну ладно, уже будем привыкать и пробовать как-то выигрывать так. Так, оп, в смысле? Ой, ребят, сейчас вот это не знаю, что было, я никак ему образом не дал релю. Так, Тём, у меня тут небольшие проблемы, слышишь? Знаешь, у меня тоже небольшие проблемы. Ну как, небольшие, у меня пипец какие, все нормально, я разобрался со своими проблемами, ты там вернешь, нет? Да, сейчас. Тём, давай по фасту, потому что сейчас этого пацана будет респ, а у меня нету, блин, рельса, чтобы ему выдать, понимаешь? Все, он, короче, меня слил, чувак. Ты там что-то вообще сильно тупил, не мог нормально вернуть флаг, и я ничего не смог уже сделать, вернее. Так, давай, сейчас он вернет, а ты бери флажочек сразу. Я ты бери. А, окей, 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 окей. Пум! Так, все, он на одну рельсу. Я сейчас уйду вниз спрятаться. Сейчас мне, короче, салют. Так, Тём, ты попробуй. Он на одну, слышишь? Хорошо, только... Да. Тише. Я разберусь. Возьми, возьми, возьми. Так, все, я ему дал, слышишь? Сейчас попробую от его рельсы заныкаться. Оп, все, шик. Я сейчас верну. Так, я так пол. Так, все, Тём, я флаг оставил, я его не возвращаю, слышишь? Ой, немножко на не на текстурах, а на этом подъемчике я немножко запутался. Так, круто! Я. Вот. Чувак, чувак! Ты, флаг. Подожди, вернись выключайся. Автоматом! Ай, ну ладно, ребят, это наша была ошибка, и, блин, Тёма как нубас упал в минус. Я, блин, не смог ничего сделать, и, короче, мы тут сильно раканулись с Тёмычем, мы уже ничего не смогли подействовать. Так, ладно, я беру флаг, смотри, попробуй сейчас их немножко зафурделькать. Блин, я тоже сейчас промазал, поистине сильно обидно, так... Так, Да твою дивизию, блин, какого хера я стреляю по тебе? Они оба на одну, скажи мне это. Круто, да. Все, пацан, меня... Попробуй затащить, попробуй. Давай. Кросс, красавчик, красавчик, красавчик. Я решал просто сейчас. Ребят, как же я ненавижу. Бери флаг. Или давай я. А, все, ты повез. Ребят, как я ненавижу эти лаги танков. Они меня сейчас просто в последнее время так сильно бесят. Кумарят, вот именно. Вот тихо, прячься, прячься, прячься. Все, шик. Шик, 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 шик. Оп! Ну опять, ребята, не попадаю. Ну, ладно, с кем уже не бывает. Так, запрячься, сейчас я его солью. Все, хоп. Так, ладно, сейчас попробую вернуть флаг, если что-то ты с центра его простреливай, окей? Ну, не факт, что сейчас верну, у него преимущество, он стоит за домиком. И он на две рельсы, да? Блин, ну я сейчас мог дать рельсу, я косанул, как? Смотри, чтоб тебя там сейчас меня слили, все, смотри, ты сейчас не слейся! Я делал все, что мог. Да я вижу, что ты делал, блин, все, что мог. Нас вообще как... Нас вообще, по сути, блин, ну, Генус и Командор. Ну ладно, я не скажу, что там, блин, звание решает ситуёбину. Ну, блин, рельс М2, у нас преимущество явное из М3, у нас перезарядка и т.д. и т.п. Ну, а чё-то мы вообще ливаем по-нубски, Тёмыч. Да не, это я просто, я вообще тут танки не играл. Так, давай, давай, я за трубой стою, сейчас буду им давать рельсы, если чё. Оп, давай, ты там по правой стороне пытайся уходить. Я не дал, твою ж мать, ребят. Все, круто, ты разберешься, я пошел на флагоносца. Все, Тём, флагоносец на одну, он жутко лагает, он не попал меня, от меня рад. Все, иди, можешь ставить флажочек, я сейчас верну. Так, все, готов, Тём? Да. Все, шик. Так, дай круто рельсу, я сейчас попробую вести по правой стороне. Давай, ты, короче, там по правой, он пошел на левую, ё-моё. Ё-моё! Так, ты с тем, тебя не слили еще? Возвращай, возвращай. Давай, вести, оп! Если поставишь. Ой, не-не-не, слей драйва, чтобы он мне не дал рельсу. Ай, я не дал этому, Тём, флаг у них, все, ты слил, да, драйва? Все, короче, жди там, крепись, я сейчас на респах попробую с круто разобраться, но, конечно, не обещаю. Все, сейчас посмотрим, как тут будет, оп, происходить. Так, все, на релю мы развели, релю мы дали ему. Так, он сейчас что-то вообще глупо сделает полнейшую. Давайте сейчас вот так поедем на него и сольем его. Все, шик, я возвращаю. Ты доставишь, да? Все, шикарно, да, ребят. Конечно, не сухая. А, ты там еще даже целый. Сейчас я, короче, попробую дать ему плюху. Я никому не дал. Ты дал ему? Да. А, ну все, я его солю сейчас. Отвлекись на другого игрока. Все, слышь, давай, ты. Подожди, я скажу, когда возвращать.
Давай возврат. Оп, шикарно. Вот тут, ребят, главное тоже вставать на флаг, потому что такие, как мы с Тёмычем, тоже игроки. Мы на этой карте не так сильно часто играем. Иногда, когда хочется, то заходим и играем. Ну вот, один из тот случаев. Так, ты взял, да, Тём, флаг? Так, смотри, оп, чирик, 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 чирик. Так, нормально. Сейчас я попробую вернуть, иди ставить флажочек. Так, мне нельзя, что... Оп! Да блин, меня с другой стороны. Где? Ага, все, я увидел, я увидел, я увидел. Сейчас он так вообще плюху у меня по аппетитности не получит, но все. Я, короче, флагоносец... Ой, флагоносец, флаг не возвращал, немножко его поддраливал и еще не попал по нему. Ну, вообще, печаль, тоска, обида, боль. Так... Оп, все, короче, драйв на одну, но он, блин, жутко лагает, меня это бесит, Тёмыч. Сзади. Оп. На одну, не слышу. Ой-ой-ой. На одну. Подожди, 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 сейчас, сейчас мне трудно что-то сделать тут, а хотя... Пдыщ. Так, Тём, я пошел по левой, давай я тебе флаг отдам, а ты сам пробуй не ставить. Да фак, тупой лаг, еще и флаг не сбрасывался, твою ж дивизию. Так, так, сейчас в центре будет пацан, я его на одну, все, шик. Шик. Скажешь, когда возвращать мне? Да. Ну, я тебе сказал. Ой, твою ма... А, так ты мне не говорил? Я услышал «давай». Ну, ты сказал «да» или «давай», ну я, короче, услышал «давай», я верну. Стой! Стой! Тёма, что-то с микрофоном случилось такое? Ты такой, ай, ну вообще, я вовремя вернулся к нам на базу, так понял. Очень вовремя. Так. Что-то доставишь, нет? Да ладно, ну ладно, сейчас, ребят, сейчас мы их на изи уже додоскаем. В принципе, 2-6. Так, оп, развод. Не, не развод. Хотя, развод, не. Так, вжик. Все, Тём, я скажу, когда тебе возвращать флажочек. Сейчас я попробую с этим... Пассандра. Все, можешь возвращать. А, ты это. Все, ребят, в принципе, на этом летсплейчик подошел к концу. Мы затащили их. Поиграли с удовольствием, конечно. На этом все, ребят. Подписываемся на канал Сереги, на его группу ВКонтакте. Подписываемся и на мой канал. Короче, ребят, как обычно, все нужные ссылочки в описании. Всем удачи, всем пока.